В Хакасии автомобиль слетел со скользкой дороги. Выпавший накануне снег серьезно осложнил обстановку в регионе. Нулевая температура воздуха и осадки образовали на проезжей части ледовую корку. На трассе в Орджоникидзевском районе женщина на «Тойоте Витц» не справилась с управлением. Машина оказалась в кювете и перевернулась. Пострадавшую доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее травмы головы и ушибы позвоночника. Госавтоинспекция Хакасии напоминает, на дорогах все еще скользко, снижайте скорость. Накануне вечером в Черногорске на улице Советская 14-летний пешеход, перебегая дорогу в неположенном месте, попал под колеса автомобиля. Водитель «Тойоты» вовремя увидел ребенка на дороге, поэтому снизил скорость. Мальчик отделался ушибами, а ведь все могло закончиться куда трагичнее. Дорожные полиции отмечают, что с наступлением весенних каникул в Хакасии участились случаи ДТП с детьми. Вот, например, мальчишки решили поиграть на разделительной полосе одной из оживленных улиц Абакана. Эта видеозапись накануне облетела соцсети. Ребята беспечно выбегают на дорогу, кривляются, даже не понимая, что подвергают свою жизнь опасности. Сейчас полицейские устанавливают личности юных нарушителей. Госавтоинспекторы обращаются к родителям. Обратите внимание на то, как ваши дети проводят каникулы. В Абакане на улице Аскисская полицейские поймали закладчиков. У 41-летнего мужчины и 46-летней женщины были обнаружены свертки с наркотиком массой более 2 граммов. Синтетику они планировали сбыть через тайники. Вскоре правоохранители обнаружили и места, где были спрятаны еще несколько доз запрещенных веществ. Закладчики задержаны, возбуждено уголовное дело, им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Несмотря на выпавший снег и похолодание, ледовый покров на водоемах Хакасии значительно ослаб. Сотрудники МЧС предупреждают, не пытайтесь сократить путь через замерзшую акваторию, а рыбакам нужно соблюдать осторожность. Мониторинг показал, что верхний слой льда уже начал разрушаться даже на непроточных водоемах. Вода напитывает ледовый покров, делая его структуру пористой. В границах Красноярского водохранилища русло реки Енисей промыто. Приближаться к открытой воде смертельно опасно. На минувшей неделе неоднократно фиксировались отколы льдин. Выезд на лед автомобилей категорически недопустим.